в эфире Вервольска. Звездный прогноз на 24 октября. Овны, 24 октября основное внимание вы будете уделять работе и карьере. Вы легко справитесь с поставленными задачами и начнете двигаться по карьерной лестнице. Тельцы, вас ждет предложение о деловой поездке, и не отказывайтесь. Благодаря этому путешествию вы сможете не только посетить интересные места, но и немного отдохнуть и набраться сил. Близнецы, будьте реалистами и не пытайтесь брать на себя слишком много. Раки, будьте уверены, вы способны на многое. Главное, правильно расставить приоритеты и верить в себя. Львы, день будет хоть и сложный, но очень полезный. Вы будете видеть результаты своей упорной работы, и это вдохновит вас на новые проекты. Девы, вас ничего не радует и совершенно нет настроения и сил что-либо делать. Но проблема в том, что вы единственный человек, способный повлиять на это состояние. Весы, вы можете столкнуться в споре с человеком, чьи убеждения отличаются от ваших. Скорее всего, придется или искать компромисс, или идти на уступки. Скорпионы, будьте готовы уделять больше внимания работе и не отказывайтесь от дополнительных заданий. В скором времени вы будете пожинать плоды своего трудолюбия. Стрельцы, вам придется попотеть. День будет не из легких. Козероги, если вы сомневаетесь в принятии какого-то решения, вам стоит обратиться за советом к профессионалу своего дела. Водолеи, если вас беспокоит ваше здоровье, пора с умом подойти к своему питанию и тренировкам. Ежедневный спорт и здоровая пища пойдут вам на пользу. Рыбы, помните, мысли материальные, а если еще и начать прилагать усилия для выполнения каких-либо желаний, есть все шансы воплотить мечту в реальность.